Капханское ущелье. Здесь солнышко сияет ярко, и речка песенки поет, рассказывает всем суть жизни всей чистотой и красотой. Тут нет комаров. Лепота, красота, середина сентября. Наслаждение светом и природой. Вокруг природа, вода волшебная, водопадно-отпадная, золотисто сверкающая, радужная. Она струится, водопадится, в нее так хочется все время окунуться, залезть, нырнуть, очиститься, умыться, омыться. Здесь красота. И буковые шишечки, такие орешки маленькие, вкусные. Они везде. Сейчас уже созрели, наступают. Где-то есть. Ну, короче, под ногами вот один есть. Буковый орешек, он такой треугольный, маленький. Дети бука называются. Внутри маленький орешек, который вырастет букчик, маленький буковичок. Здесь есть 100-летние толстые буки, здесь есть маленькие буки. Буковый лес. Мохнатый лес. Грибы здесь водятся. Опята. И многие другие. Всем привет из Хабхала!